Ну что, вызову электрика. Что-то там у них свет пропал. Без света сидят. Ну, подозрение на... Они поставили реле напряжения недавно. Скорее всего, там, наверное, порог. Слишком... Либо занижен высокий. Ну, верхний. Занижен. То есть завышен. Короче, сейчас поверим напряжение, посмотрим. Так. Вот эту отвертку я взял, короче, вот. Не знаю. Я думал, да, 120-150, она вообще 50 чем-то. Они, походу, дерьмо какое-то. Мишманское. Так, квартира 8. Не, ну, значит, надо просто 8 нажать, надо их держать. Стоять, то есть. Молчать. Алло. Ты электрик, здравствуйте. Да, сейчас. Третий этаж. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нам этот футлер. Угу. Класс. Короче, у нас печаль печальная. Это оно. Угу. И у нас эта проблема регулярна. У нас все портится. Мы здесь не всегда бываем. Оно портится, и все у нас портится. Здравствуйте. Ну вот это показывает, какое напряжение было, 168 вольт. Ой, 68. И что? Может, где-то контакт отходит? Сейчас я посмотрю. Ни малейшего понятия. Сейчас разберемся. Ну вы рассказывайте, комментируйте, мне интересно. Угу. Смотри. Так. Оно отключается и не включается. Сейчас вы без света сидите? Сейчас без света или? Без! А, в смысле? Сейчас снимают напряжение в квартире? Нет. А ну, реле включено. Значит, что-то... Сейчас посмотрим. В том-то же проблема. Я понимаю, что подача, наверное, показывает, что есть. Ну, вот эта лампочка сигнализирует о том, что питание включено сейчас в квартире. Ну, включен. Да. Счетчик получается. А выхода нету. Ну, к квартире, так скажем. Ну, да. Здесь тоже два у вас автомата, да? Ну, я понимаю, что да. Посмотрим. Мы не местные, типа... Посмотрим, что там такое. Так, поставили вам тут два клемника. Это вас, да, вы говорите? Ну, я как бы да. Ну, по идее, да. Сейчас я посмотрю показания на щечку. Ну, это по идее. Показания вроде как наши. А я не помню, свет у меня или у тебя. Я не знаю. У тебя? Ну, сюда я телефон. Подожди, не забирай у него телефон. Это вход, а выхода нету. У тебя в телефоне, у меня дача. Ну, что там, пишет что-то или типа? М? Вот это вот, вы думаете? Не-не-не, я имею в виду счетчик, чтобы... Ну да, это наш, я же как бы по показаниям знаю, что наш. Просто тупо повесили.
Интересненько. Ну да. Когда-то Жековские приходили, они уже сказали, что ну вас нафиг. Кто вам ставил, кто вам ставил, мы не знаем. Было до нас, так сказать. Ну, такое ощущение, что реле не работает. И они что-то сделали, оно включилось. Но, говорю, мы не всегда здесь бываем, оно пум, пропало. Щелкнуло. Может его выкинуть и сделать так, как было с пробками? А ну сейчас посмотрим, щелкнет он или нет. Ну, я, наверное, сделаю так. Ну, что-то щелкнуло, но что-то... Давайте, наверное, я вам сниму это реле просто и все. Мне кажется, оно... Просто вышло из строя. Мы вообще не получим, только сделайте так, чтобы у нас... А ну сейчас. Ура! Ну его надо снять, что-то с ним не так, потому что оно не может быть. Ну это вроде бы неплохое или хорошее? Я не знаю. Ну, я сейчас могу уйти, но опять у вас погаснет, я же не знаю. Ну так не надо нам, чтобы оно гасло. Давайте надо сейчас я так, как... сделаю, как должно быть, да. без него. Мы не против. Этот, не против, этот, ну не знаю, могу забрать, попробовать сделать его, отремонтировать. А ну, хотя... есть ли смысл в этом? Опять погасло или нет? Да нет. Все нормально? Что? Потух, а уже. Уже потух. Нет, так потух. Только половину уже не было. Видите, как вот вы. Хорошо, что они ушли. Ну, сейчас он сейчас нагорелся, да? Нет, не горелся. Нет, он не загорелся. Короче, это с реле проблемы 100%. Что снимается к монахам? К Дрине Фене? Хорошо. Я тогда я вам поставлю. По-другому чуть-чуть нормально сделаю. При нас 3 дня не было, но что пропало? Так вот то, что такое реле, что... Ну, оно вроде бы и неплохое по качеству, но... Видите, как? Да, эта ситуация уже продолжается, сколько новость. За 5 минут уже случилось. Так, не нашел я клемник. Вот этот. Это у нас фаза. Выраза. А что он напрямую подключил? Нахрен тут клемник нужен. Не пойму вообще. Странно как-то. Разве не дотягивается? Так. Вот можно спокойно туда довести до автомата. И не выюзывается. По-моему, должен достать. О. Не пойму, смысл какой был. Надо запасить его. Так, это еще у меня вроде бы, наверное, есть. Сумки повырывал все, чтобы найти нарюши на ее нету подлики. В таком строче что-нибудь попробуй найди.
Нафиг. Так, куда поставлю эти болтики? Закручивается. Наверное, надо там выкалывать. Тут какой-то. Нет, сюда? Ну, это кайтан такой плохой. Старый ржавый, наверное, сгоревший. А, ну, да. Ну, ладно, я по-другому сделаю. Я вот этот использую, этот провода достаточно, чтобы дотянуться. Угу. Чего не соединяли, не знаю. Так, это у нас ваза. Так, теперь попробуем соединить. Убирать вату. Так, крылья, значит, убираем. Блин, матери. Провода можно подметить. По тихой грусти. Так, пару вариантов есть. Либо большая вот такая вот. Где она, блин, уже делась? Такая стрёмная. Куда уже вздохнули? Либо клемник. Ну, тоже вырезанный дверь. Начинает вот такая полустаршая. А, вот такая вот. Уже вижу, было по ночи. Мне как-то впадло ездить искать где-то. А, так мы сделаем. Так, крылья. Как она там держится, не пойму. Три даже есть. Ну, не есть ни хрена себе, короче. Какое? Ну, покажите. Там еще есть? Не знаю. Тут, наверное, не видно. Пойду еще порву. Все-таки я думаю. Ну, ладно, я вот такую ставлю на шею, на вот эту. Да и все. Там заизолирую хорошо. Сюда. Сделано, наверное, вот так вот.
простите, но у меня нету с тобой наличными. Там сделаем вот так вот. А ну, включите свет. Я все включила. Вверх ногами включили. Пугаете меня. Выключатели вверх ногами поставили, думаю, не понял. Что света нету. А он типа включен, но на самом деле он вверх ногами. Знаете, что такое реле напряжения? Mm-hmm. Знаете, что такое реле напряжения? Mm-hmm. То, что у вас стояло вот это. Оно отключается, если скачок напряжения какой-то. Ну. Ну, то есть, если вы уезжаете... Я это поняла, да. Если что-то не так, ну, за 13-го года, у меня там, по-моему, срок службы до 10 лет там максимум она. Mm-hmm. Может, она уже просто из срока службы уже вышла из строя. Может быть. А вам оно... Не надо это понимать. Нам надо эта штука? Давай, сказал же. Деду надо. Да, ну тогда пусть ремонтируют. Деду все надо. Он еще куда-нибудь его сунет. Так. Ну что? Главное, чтобы не пропадал уже. Ну, реле уже, походу, свое отработало. Вот тут, в этом? Да. Ну, не давало питания. Ну, вроде включено, на видите, а... Ну, там не горит, а контакт, наверное, да. Выгорел в самой релюшке. Красота. А теперь я вот это ляпу всю, да? Тогда два наших этих осталось, ту бельничку. Ну, кстати, да. Если все, оно просто... Если короткое замыкание, оно выбьет и все. Mm-hmm. Там надо просто включить обратно. Ага, да все. Тоже я это самое... Ой, там это... А вы включите, пожалуйста, вот эту. А, точно. Может, и... Это точно. Но оно не может так вот обратно, чтобы нет у нас, оно раз и потухло. Ну, нет, нет. Сейчас проверим. Мне кажется, это скорее всего из-за реле, потому что оно было включено. Ну, лампочка. Все, лампочка на реле включена. Зеленая лампочка обозначает, что реле подало питание на квартиру. А оно... Потому что оно взяло, отдать не отдало. Да, взяло на себя. Отдать не отдало. Ну, в принципе, все. Проверяйте еще раз. Что-то включите там. Что-то включите мощное, там, чайник какой-нибудь, электро или микроволновку. Есть что-то такое? Нет, только. Фен какой-нибудь там. Фен можно. Ну, включите его. Как-то
как-то так. Не знаю, где это стояло. Не, оно, наверное, в соседской все-таки стояло, мне кажется. Пусть и стоит так тогда, как стояло. Все прекрасно. Нам все нравится. Все, проблему решили. Проблема была в Рели напряжении.